Доброго, солнечного, летнего, сентябрьского дня посылаю я вам из Мерсина, из района Чишмели. Кто меня не знает, я Александра Соколова, с 2009 года занимаюсь продажами квартир в Мерсине. Сегодня я вам покажу квартиру на продажу в моем любимом Чишмели, в районе, который больше всего требуется в под аренду, потому что именно здесь, в этих комплексах, в Чишмели, самая большая инфраструктура для отдыха. Конечно, арендаторы заинтересованы в такой большой интересной инфраструктуре. Квартира, в которой я нахожусь, которую я вам сейчас покажу, находится в комплексе, где 7 бассейнов, бассейн с приливной волной, аквапарк, крытый бассейн, хамамы, сауны, массажные кабинеты, генераторы, парковки, детские площадки, теннисные корты, собственный пляж, выделенная зона с шезлонгами, зонтиками, большая территория, детский городок, пейзаж. Мы с вами еще прогуляемся, посмотрим. Все вот наилучшим образом. Квартира видовая, квартира с видом и на море, и на горы. Восточной ориентации, не жаркая сторона, когда вы сможете после обеда уже сидеть на террасе и наслаждаться видами и обществом своей семьи. Если вы рассматриваете этот вариант для проживание отлично, потому что здесь последние годы стало больше проживать людей круглогодично. И у нас отлично подтянулась под это вся инфраструктура. У нас замечательные магазины открылись новые, у нас открылись аптеки, салоны красоты. У нас в Чишмели работают две школы, государственная и частная. Работает хорошо транспортная доступность, но при этом вы живете прямо в море, в окружении садов. Сады, когда цветут, замечательные запахи. Зимой у нас урожай апельсинов, мандаринов, лимонов, и все сады становятся желтыми и оранжевыми. Очень красивые здесь виды, поэтому здесь жить в кайф. Сама живу, хвалю, советую. Если вы рассматриваете квартиру под аренду, то вот это отличный вариант под аренду. Квартира полностью заряжена, все в ней есть, сдавать можно хоть с сегодняшнего дня. Поэтому не буду вас томить, ставьте лайк для мотивации и посмотрим. Начну я с моря, потому что это то, ради чего все. Здесь у нас море прямой. Вид открытый, гарантированный, никогда не закроют. Буквально это второй дом от моря. Пляж этого комплекса находится чуть ближе, вот за этим домом. Поэтому пройти здесь буквально 100-150 метров, и вы у собственного пляжа. Как я сказала, по территории мы еще прогуляемся. Вокруг красивые новые современные дома в окружении цитрусовых садов. И, к слову сказать, в Чишмели реально проживает очень много иностранцев. Не только русскоговорящих, а не только со стран СНГ, но и европейцев, бельгийцев, голландцев и немцев в Чишмели очень много. Но и Чишмели выбирают для проживания, летнего проживания, сезонного проживания, выбирают турки, чтобы отлично здесь отдыхать. Вот такая большая терраса, вот такая замечательная большая качеля на террасе. Покажу с другой стороны. Можно здесь поставить стол, стулья и любоваться прямым видом на море. Вот такой вот замечательный вид. Здесь у нас кухня-гостиная, единая зона. Как я сказала, квартира продается полностью с мебелью и техникой, как вы видите. Это наша входная дверь, наша прихожая. Имеются шкафы в прихожей, санузел. В квартире один, но большой, имеется стиралка Бико, душевая кабина, подвесной унитаз с функцией биде и раковина. К слову сказать, в Чишмели
бесплатная вода, всякая вода бесплатна, как горячая, так и холодная. Почему? Потому что в комплексе свои скважины, а у комплекса стоят солнечные панели для подогрева горячей воды. То есть здесь счетчиков на воду такого понятия даже нету. Зона кухни, каменная столешница, черно-белое исполнение. Вся посуда, все ложки, поварешки и так далее, все присутствуют. Микроволновка, чайник, то есть квартира, состояние, заходи и живи. Вон там он даже роутер стоит для подключения интернета. Подключаем интернет и живем и наслаждаемся. Общая зона с залом. В квартире 3 кондиционера зима-лето, телевизор, ну и вот террасная мебель, можно вынести ее на террасу. Квартира с двумя спальнями, спальни ориентации северной. Это наша детская спальня с двумя кроватями, кондиционером, имеется шкаф и имеется красивый вид на... Ребята, подвиньтесь. Ребята. На сады и на горы. Вторая родительская спальня с двуспальной кроватью, со шкафом и также присутствует вид на сады и на горы. Территория нашего комплекса отлично эксплуатируется. Thank you.
никаких секретов у меня от вас нету, поэтому всю информацию читайте в инфобоксе под видео. На экранах появляются у вас телефоны WhatsApp, наш турецкий номер. Пишите, мы ответим на ваши вопросы. И, конечно же, приезжайте в Мерсин. Буду рада вас в Мерсине. Спасибо, что вы смотрите, подписаны и ставите лайки. Увидимся. Пока-пока.